Во время поездки на Дальний Восток говорили о транспортной доступности. Чтобы обеспечить связанность территории и свободное передвижение граждан, по поручению президента была создана единая авиакомпания, и теперь люди уже летают по 20 социально значимым маршрутам, а главное – по приемлемой цене. На поддержку авиакомпании в прошлом году мы выделили свыше 1 миллиарда рублей. Предусмотрели средства и на продолжение другой программы перелетов и в Москву, в Санкт-Петербург и Крым по льготным тарифам. Это 5,5 миллиардов рублей. И 500 000 человек уже воспользовались авиабилетами по низким ценам.